Хей, йоу, гайз, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием «Таз разыскивается». В прошлой серии мы прошли с вами зоопарк, и у нас теперь слон в воротах. Дальше у нас... О, точно, я же должен показать, что у нас в этой телефонной будке. Если не ошибаюсь, олень, да? Олень? Да, новогодний олень. Он бодает. Блин, пободал. Пободал я немного. Ладно. Погнали, короче, проходить. Айсберг называется. А, рейтинг 3. Это, короче, считайте сложно. У нас есть для тебя только лед. Длина руки таз. Бррр, давай не будем околачиваться здесь так долго. Так я могу отморозить все перья на своем теле. Бум-дзинь-дзинь, люлька на трассе, пора так, сматываться. Почему ты и С одинаково? Будь ангелочком и сбей звезду с этого дерева. Длина руки таз. Почему длина руки? Не позволь, чтобы он так, остыл к тебе. Длина руки таз, покажи ему, какой ты... Что? Ого, застрявший вагон. Может, ты сможешь его вытащить? Вперед. Запомни, корабли и айсберги не смешиваются. А когда они смешиваются, беги из запасной... к безопасной шлюпке или к запасной шлюпке. Здесь, я помню, с короной вот эта херня очень прикольная. Довольно прикольно. Так, сначала вспомнить, куда мне нужно. Да, он ездит, поэтому вообще не может. Зачем мне нужно было... О, тихо. Вперед. Путь. Вон усики, которые мы достанем. Я помню, где у нас секретка находится, поэтому как-то так. Можно было здесь прыгнуть. Ладно, проедемся. Если на самом деле говорить, то... Хотя... Прыгнуть здесь... Ладно, спрыгнем здесь. Тихо, назад. Мне нужно вспомнить, в какую сторону мне ехать. Так, телефонная будка. В этой телефонной будке мы будем кидаться снежками. Кажется, мы в шапке будем и скейборд. Да. Ну, не скейборд, а как он? Я не помню, как он называется. Ну, точно не скейборд. Тяжелый платформер. Тяжко. Главное понять, где я нахожусь. Так, это сонный мужичок. Вам же меня не словили? Бэм. Бэмц. Попал. Так, игла. Так, нам нужно отключить электричество. Готово. Готово. Так, знак разнес. Теперь... Так, сразу оденусь.
Ну, давайте тогда будем в начале каждого уровня показывать карту, да? Don't move. А теперь у нас карта так выглядит. Так, поблизости есть. Ох, тихо. Да, сейчас бы я флип. Ага. Добро. Где сонная машина? Что я сонную машину не вижу? Не, парнишек, тебе не пойду. Не, как бы можно? С помощью некоторых махинаций можно пролететь. Ладно, и так сойдет. Блин, думал, главное бомбу не сожрать. Давай, давай, покидаемся. Кто в... это нечестно. На. Еще есть у нас такие зелья. Это зелье у нас заставляет икать. А нет, это зелье невидимости. Зелье невидимости довольно хорошая штука. В первую очередь нас не видят вот эти враги. Давай, давай, давай. Да давай, открывайся. Не помню, куда оно меня запульнет, на самом деле. Главное не упасть, 3 удара нужно. Полетел. Так, следующий бортик я вижу. Так, там машина. Нам нужно вон туда. Так, чем мы занимаемся здесь? Нам нужно отключать датчики. Электропитание. Ой-ой-ой. Довольно неудобная вещь. Тихо. Зараза. Ну как мне это бесит. Да-да-да, ты меня споймал, молодец. И главное, от этой херни никак не избавиться. Хотя не, можно, когда у тебя фигня на экране. Готово. Вот. Мы пришли с вами в очень хорошее место. Холодильник. Так, сначала. Да, это у нас зелье невидимости. Здесь холодильничек. Мне нужно отключить холодильничек для этого. Пролетаем. Готово. И нам открывается холодильничек. Вы спросите, что у нас в этом холодильничке? А я вам скажу. Здесь у нас бункер. Прыгаем на кнопочку, нажимаем и слышим звук. Это подводная лодочка. Так, нам, короче, нужно будет на транспорт спрыгнуть. Сколько у нас остается? 2, да? А, звезда у нас осталась. Don't move. Звезда, домик. Ага. И знак. Так. Ha
Так, а я не помню, где тут подъем. Не, ну это автосмерть. Ладно. Погнали, пока тут стоит. Вперед. Так, сейчас пролетим, сломаем звезду. Готово. Сломаем подарочки. И можно отсюда валить. Плевать на деньги. Плевать, плевать, плевать. Они все равно мне ничего не дают. Это просто очки в конце раунда. Это выход с локации, нам выходить пока не нужно. Я не помню, как я доставал раньше. Ну, поехали. А как я серьезно запрыгивал на тебя? Едем, едем. Едем, едем. Где-то ага, вот здесь у нас. Разгон лифта. Все равно. Так, вырубку леса мы сделали. Что у нас по сути осталось? Don't move. Ага, на воде. Все, отлично. Отлично, отлично, отлично. Don't move. Так. Выйди ты. Выйди, выйди. Черт. Я не помню, куда мне идти. А, я уже пришел. Ну ладно. Вот, нам нужно как-то наверх зацепиться. Как это, я не помню. Как я эту фигню делал? О, ништяк. Так, а Don't move. Don't move. Нужно понять, в какую сторону смотрю. Все, вижу. Или это не оно? Это не оно. Едем тогда в другую сторону. Don't move. Так, даже мне нужно от воды, где раскол был. Don't move. От воды там, где раскол. То есть запускаем. Давай, давай, давай. Он сейчас проснется. Готово. Вот я и прибыл. Фу,
минус. Так, теперь нам нужна ледяная пушка. Ледяная пушка. Don't move. Где-то я ее видел. Так, нужно разум взять. Или прыжок взять. Уже попробую вспомнить. Нет, точно не прыжок. Точно не прыжок. Это я к ракете поднимаюсь. А мне ведь не ракета нужна. Don't move. Ага, от ракеты мне нужно на другую сторону. Легко. А заюзаем ракету. Я запульну туда. Так. Да. Ледомашина. Окей. Так, короче, в следующей серии у нас что с вами будет? Пляжик у нас с вами будет. А потом битва с боссом и пляжик мы запишем в одной серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока!